Это я. Это вы. Вот, я напекла блинчики. Мои блинчики. Подружка только что приходила, посидели, чай попили. Короче, день у меня сегодня в жопу ушел. Вот так можно сказать. Я столько всего запланировала, думала, столько сделаю, и ничего я не сделала. Честное слово. Потому что мы просидели, проболтали. Мне было некогда заниматься всеми этими делами. Блин, и закрою, чтобы это... Вот сюда все поставлю. Деньги только остались. Коробку печенья уже слопали. Господи. Сладости всякие. Сладости, сладости. Тут у меня еще один гость намечается. Максимка сказал, приедет. Помните Максима? Нам надо с ним одну тему, короче, переговорить. Та-да-да-да-да. Ну, тут вот так положу я. И сюда уберу. В холодильник. Я не пойму, я то ли пить хочу, то ли я кушать хочу. Ну куда мне кушать? Я уже сегодня кушала два раза. Завтракала и уже обедала. Потом еще с Региной чай попила. Как бы поставить красиво? Я тут же нам поставила вот этот шведский стол, короче. У меня тут шведский стол получился. Соки, моки, печеньки. Такое, чтобы, короче, ходишь, раз что-нибудь. Яблоко погрызть или там еще что-нибудь. Ой. Вот что делать, скажите? Попить чай или покушать? А вот еще сгущенка. Кстати, вот это рекомендую. Очень вкусное. Очень. Я не знаю, она мне до такой степени понравилась. Очень вкусная. И, кстати, она очень похожа на Рогачевскую. Но Рогачевская там что-то стоит около 1000. А это стоит около 600 тенге. В общем, она классная. Она мне понравилась. Так, сейчас я выйду. Нет, мне надо помыть сначала посуду. Давайте посуду помоем. Мне надо помыть посуду. Я сегодня такая домашняя, я спать вообще хочу, если честно, друзья мои. Если бы вы знали, сколько я ночей нормально не сплю. С воскресенья на понедельник, с понедельника на вторник, со вторника на среду. 3 ночи подряд я сплю по 5-6 часов. Я сегодня даже не красилась на работу. Это мой вчерашний макияж. То, что я вчера там красила. Пыталась что-то покрасить. Сейчас я вас поставлю. Вот, видали, какое сооружение. Это моя сковородка для блинов. Новая. Новая жизнь, новая сковорода. Ну, как новая. Со старыми дырками. Я там выложила шотс один, или рилс, короче, маленькое короткометражное видео. Не обращайте внимания. Это так, надо. Иногда такие видео нужно выкладывать. Для того, чтобы просмотры набирать. Без этого никуда. Надо дурковать и всякую фигню, короче, снимать. Это я так блины жарила. Блин, у меня сегодня все пошло не по плану. Все не так, как должно было быть. Ладно, завтра наверстаю. Впереди суббота, воскресенье. Что сегодня? Среда. Завтра четверг. Ё-моё, завтра работы валом просто. Как разорваться.
Глаза закрываются, спать хочу, Витя уехал в бассейн. Регину только что проводила, подружку. Сейчас буду это... дела делать, я не буду спать. Буду делать дела. Вчера борщ варила. Блин, какой он вкусный. Я вообще не думала, что я так с фасолью. Короче, купила кублей фасоль баночку в томате. Отварила ведрышки, окорчок вот этот, куриные бедра, два штучки. Сначала отварила бедра туда, потом закинула картошку, капусту. И отдельно я пожарила лук, морковку, свеклу и томат туда добавила. Это все пережарила. Добавила все это в борщ. Добавила специи. Чуть-чуть пересолила. Совсем немножечко. Не знаю, я ни в кого не влюблена, если честно. Почему я пересолила, я не знаю. Да фигня это все, что типа, о, пересолила, значит, влюбилась. Ни хрена, это ерунда полная. Ну, типа, думаю, вот если влюбилась, заряд 20%. Думала поснимать, не получится. Телефон на зарядку надо ставить. Что-то у меня сотка стала быстро садиться, или мне кажется? А, нет, мне кажется. Это она у меня как ночью заряжалась. Ну, все. Да, и все, друзья мои. А сейчас уже 5 час. Так, на минуточку. Сейчас я включу какой-нибудь сериальчик. Вот это фикс-прайсовская фигня. Вылетает отсюда. Хотя я не скажу, что оно дешевое. Там были подешевле. Я вот эту взяла подороже. И все равно. Сколько? Куда я ее брала? Вот же осенью, в сентябре. Или в октябре. Не помню. Руки прочь от нее, говорили не мое. Ну а я буду с ней до конца наших дней. Прочь от нее, говорили не мое, ну а я буду с ней до конца наших дней. Та-там-там-там. Так, я уже себе купила, мне подарили уже вот эти вот кастрюли, набор кастрюлей, мантница, все сковородки, у меня все новое. Вот эту сковородку с круглым дном, которая мне постоянно напоминала о прошлой жизни, тоже я выкинула все. Теперь мне нужно купить этот приборы. Следующая моя покупка это приборы. И еще что-то мне нужно. А, и из посуды кое-что куплю. Красивые тарелки, хотя бы вот нас двое, ну две не вариант, 6, да, по 6 буду брать. Вот сразу не помыла от этого, от блинов, от теста. Она что-то у меня теперь, пусть замоченная постоит. Все, стол нужно вытереть. Прочь от нее.